Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас серия по Candace Roleplay. Сегодня у нас будет обзор сервера, в принципе. Так, нам нужно для начала убрать скин. Я играю вот под таким вот ником, бонус здесь 8 миллионов, как я понимаю. Сервер открылся совсем недавно, поэтому заходите, IP-группа мотва будет в описании. Ваш счет поступил перевод в размере... Это нормально, я еще не успел зайти нормально, и мне кто-то бабосы кидает. Давайте, я думаю, выберем вот этот скин, короче, бомжика. Бонус здесь 8 миллионов. Так, зима. Я модпак установил вроде бы как. Но хз, он работает или нет? Да, работает, работает. Так, берем велик. В принципе, респа у нас такая вот. Так, это что у нас? Точнее, не респа, а спаун. Мерседески, таксишки у нас. Ну, блин, интересненько. Так. Я вижу, там квартиру уже выкупили. Сытность. Так, давайте посмотрим. Там, ну, хата чья-то. Ну, походу, это дома, да? Это дома? Да, это как дома, типа, сделано. Ну, ладно, ладно, ладно. Бости проходит собеседование в ГИБДД. Собеседование в ГИБДД, но мы не будем туда ехать, в принципе. Поэтому едем сюда, лучше посмотрим, что у нас здесь. Это у нас мэрия, как я понимаю. Так, модпак, у них машины заснеженные. Интересно, интересно. А нельзя чекпоинт как-то поменять? Не? Свитер разработчику или там основателю поменять чекпоинт, потому что его данное месторасположение не очень. У меня уровень вообще 10, нихуя себе. Дальнобойщик, автомеханик. Ладно, не будем никуда устраиваться, в принципе. Всего лишь 4 работы. Поэтому берем свой велик и пиздуем дальше. Да, именно пиздуем. Сейчас посмотрим, что-то можно купить. Бля, там охуенный дом купили. Вот, сука. Сука, бля. У нас еще 4 человека. Ну, маловато. Маловато. О, магазин одежды я уже вижу. Сейчас посмотрим, что можно купить. За эти 8 миллионов. Вот сейчас посмотрим, куда можно потратить эти бабосы. Вообще, вот куда можно их потратить. Например, купить магазин одежды, да? Нахуй нужен вообще. В принципе. Хотя, ну, ладно. Посмотрим сейчас, что тут у нас есть. Так, сколько он стоит? 1 миллион стоит скин. Вот еще за 1 миллион. А чем мы будем мелочиться, пацаны? Почему бы не купить скин за 1 миллион рублей? Ага. Когда покупаете одежду, деньги должны быть в банке. Окей. Это хорошо. Ладно. Так, тут у нас 24 на 7 есть. Какой-то центр, ебать. Блин, домов здесь до хера. О, это чё? Я надеюсь, это автосалон. Я просто надеюсь, что это автосалон. Потому что по-другому быть не может. Да, это автосалон. У вас нет водительских прав. Сука. Не могли мне сразу сказать, что... Да. Окей, погнали на права, зайдем. Так, GPS. GPS, основные места, автошкола. И где-то автошкола находится в пизде мира, по-любому. А не, нихера. Ладно, погнали тогда. Полетели. Так, я приехал до автошколы, здесь есть рублевка. Я думаю, может, здесь хоть какой-то домик найду. Угу. Да, да, нашел, блядь. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Хуй там плавал. Ничего я здесь не найду себе домик. Печально. Автошкола. Здрасте. Вот это я паркую свой велик охуенно. Так, жди меня. Жди меня, жди меня. Зеленая зона. Так. Где-то на права сдавать, по-моему. О. Где-то вот здесь. Управление наземным транспортом. Окей.
Вы уже сдаете экзамены на управление. Короче, пизду на улицу, нам сказали, пиздуйте на улицу. Так, берите машину нахуй и сдавайте, блядь. Так, мой велик, ебать. Так, а что нам взять можно? Девятос дикий пес возьмем, наверное, да? Мой девятос дикий пес. Мой девятос это дикий пес. Я себе чуть не разъебался. Так, первый чекпоинт у нас это вот. Окей. В принципе, подобное я уже видел, блин. Тут вообще жестко сейчас. Это жесткая автошкола, на самом деле. Я уже подобную автошколу видел, поэтому это будет хреново сейчас. Короче, я не знал на права, чуваки. Блин, это, наверное, самая, сука, придирчивая автошкола, какую я видел. Нельзя не превысить, нельзя не повредить машину. Вообще, блин, пиздец. У меня три ошибки было. Это два раза превысил скорость, один раз чуть повредил машину. И мне просто не дало права. Я попросил, блин, потому что я... Сука, тут такой еще маршрут длинный, это пиздец. Поэтому я попросил админов, типа, ну дайте, пожалуйста, права, там все дела, короче. Там еще, блин, мурит, ебаным. Ну, вы поняли, короче, да. И права по мне выдали, короче. И сейчас я бегу в автосалон купить себе машинама, чтобы ездить. И чтобы было все заебись. Потому что, блядь, у нас одежда залям. А мы, сука, пешком хуярим. Это наша она, блядь, к автосалону. Фу, наконец-то я добежал, пацаны. Так вообще, что я, блядь, сука, лично бежал за этого чувака. Так заебался просто бежать. Реально. Это было скучно. Давайте зайдем в автосалон наконец-то и купим себе какую-то машину. Ебать, у меня... Чё за лаги, ёбаный в рот? 20 FPS, ёбаный в рот. Чё за... Чё по приседаниям вообще? Вася, что происходит? Ну что-то жесткое FPS просел. 14, блядь. Чё происходит? Чё происходит, алё? Что-то у меня баганулось, малёк. Блядь, захожу в автосалон, всё, 14 FPS. Блядь, у меня комп мощный, чё за хуйня? Так, я перезашёл. Надеюсь, в этот раз всё будет хорошо. Потому что, блин, 12 FPS, блядь, у меня такого никогда в жизни не было. И откуда они взялись, я не знаю. Поэтому, блин, сейчас будем что-то думать. Потому что 12 FPS это, блядь, не весело, я вам скажу. Так, заходим. Сейчас посмотрим. Так. 60 FPS. Фух, так. Я думал, все будет плохо. Все нормально, так. Крузак, Волга, Субарь, Чайка. Волга, Audi R7. Чё бы такое взять, пацаны? Надо что-то такое прям аж, ух, чтоб прям топчик было. Два гелика, чё ли? Или мне показалось? Что-то я где-то такое уже видел. А мне кажется. Хуй знает, блин. Все модпаки, бля, практически одинаковые у всех. Нахер мне цвет. Давай что-то нормально выберем. Буханку, ну можно, в принципе. Велик, мультик. Ой, блин, диски прикольные. Или у него и были такие диски. По-моему, были такие диски. Ну ладно, нормально все равно. Гелик. Кто угадает, что я возьму? А никто бы не угадал, что я возьму. Давайте золотой сделаем его. Золотой. Так, через запятую. Купить.
Я просто промолчу, пацаны. Игроки, у нас есть промокод. Вот так, стоп. Похуй, ладно, так. Кумберс. Стоп. Сколько мне дало? 1 лям. Нормально. Не жалуюсь. Сколько тачка стоила, я просто не смотрел их. Лол. Кстати, нашел себе домик, поэтому сейчас мы поедем его купим. Надеюсь, мне хватит на него денег. Ух ты, бля, нихуя так прет, кстати. Блин, черные фары затонированные. Неплохо так смотрится. RS7, блин. Никогда ни на каком серии я, по-моему, не брал себе RS7. Но, по-моему, это Султан заменяет, если я не ошибаюсь. По управлению кажется, что это Султан. Потому что она и прет вроде под 200. Я думаю, это нормальная скорость. Поэтому я думаю, это Султан, в принципе. Да, и она 4-местная. Хотя я могу ошибаться. Как у него ID, давайте посмотрим. 560. Блин, я не помню, что такое ID 560. Может, я ошибаюсь, но, блин, управление похоже как на Султане. Но, блин, навряд ли это он. Хотя... Кватро. Не, ну тут зимняя... Блять, вот только, блять, хотел сказать, что... Это грязь зимняя, очень прикольно смотрится. Так, поворачиваю. Хуя себе валику включил. О. Рики, кстати, очень быстро работают. Давай сейчас дойдем до дома. Какой я хочу купить, надеюсь, его не купили. Я просто, когда на права сдавал, видел здесь домик. Вон он стоит. Зелененький, по-моему, вот этот. Как-то машину заглушил, все. Давайте посмотрим, сколько же он стоит. 2 миллиона. Вообще. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там находится. Так, открыть. Посмотрим, что здесь вообще есть, как бы. У вас осталось 61. Ну, 2 ляма за дом, я думаю. Тем более за такой. Довольно-таки неплохо. Так, у нас тут качалочка. Потом кухня, тут бассейн. Ну, где-то я уже такой интерьер тоже видел. Так, тут лестница наверх идет. Ну, в принципе, я думаю, все понятно. Еще одна кухня. Какая-то. А, планная, короче. Ну, все, я думаю, легко и понятно. Давайте хай-меню пропишем. Хай-меню. Так, открыть, закрыть. Улучшение дома. Опачки. О, есть гараж, а ну, стоп. Гараж можно найти. Окей. Улица, гараж. А как заехать в гараж? Окей, так. По идее, сейчас у нас будет отображаться значок на улице гаража, да? Или нет? Так, стоп. Как теперь узнать машину в гараж? Вот мне это интересно. Пока попишу парк, на всякий случай здесь. Парк один, ладно. Ладно, включим аварийку на всякий случай. Так, и чё? А как заехать в гараж на машине? Гейм-меню, может? Гейм-меню. Давайте спросим у администрации, возможно, как заехать на машине в гараже. Конечно, я мог прописать ММ, поставить команды, но давайте этим займемся. Команды сервера, дом, бизнес, транспорт. Для лидеров, ну, допустим, транспорт. Так, использовать инструменты, использовать коммунизм, найти. Блин, я не знаю. Назад, так, транспорт, бизнес, дом. Использую домашнюю аптечку. Блин,
Походу, админы мне не ответят. Ладно, я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. В принципе, да. Теперь давайте тачку поставим, гараж. Гейм-меню. Гараже гейм-меню. Окей. Блин, админы здесь отвечают. Онлайн 6. Блин, приятно, на самом деле. Я думал, мне никто не ответит. Поэтому пишут гейм-меню. Хули мыши гараж. Так, доставить транспорт гараж. Во, все, заебись. Благодарствую. Из гаража то зайдите обратно домой и выйдите через дверь. Так, давайте поканем. Так. Что там заглушить? Все. И пишем парк. Один, да? Все, я думаю, там все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.